Тебе послание с небес. А вдруг расклад попросился. Сам, поэтому я взяла колоду, перетасовала и посмотрим, кто вышел на связь. По колесу фортуны, человек очень активный и человек очень удачный. Кто это? Человек, который хотел мира, хотел благополучия, хотел идти, двигаться в направлении развития. Но по четверке мечей этот человек слишком много отдавал себя другим и слишком мало уделял времени, внимания себе. По десятке чаш это может быть родной человек. Человек, который вас любил и которого любили вы. Человек вам говорит, душа этого человека вам говорит по правосудию, все справедливо в этом мире. Все происходит так, как оно должно происходить. Да, по девятке жезлов, душа ушедшего, всего скорее это мужчина, переживает то, что не с вами сейчас. Причем это молодой мужчина. Мужчина, который чувствовал себя одиноким. У кого-то может проиграться по колесу фортуны авария. И таким образом, ну, автокатастрофа. Человек, который чувствовал себя одиноким перед тем, как уйти в мир иной. Он искал какую-то гармонию в этом мире. И тебе хочет сказать, продолжай мое дело, ищи гармонию. Да, это молодой мужчина по пажу. Мужчина, который у кого-то может проиграться сын, у кого-то младший родственник, у кого-то просто человек моложе. Может проиграться такая ситуация, что человек ушел из жизни добровольно. Либо сам к себе притянул те события, в которые он, в круговорот которых он попал. Что еще он хочет тебе сказать? По тузу жезлов это был страстный человек, возможно, огненной стихии, возможно, просто скоропалительно принимал решение и тем самым подтолкнул себя к тому, что вот получилось. Мечи пошли по семерке мечей. Он считает, что он украл у себя время, украл у вас время. Вы горевали, а он не воплотил в жизни то, что было задумано душой его. У кого-то может проиграться пара, то есть партнер, ушедший в мир иной, это был именно партнер, либо все-таки очень-очень сильно любимый человек, с которым вы были близки. Последнее время кто-то закрывался, и всего скорее тот человек закрывался от вас. Смотрите, прямо видите, по шестерке жезлов он ушел на небо, да? И говорит, я все вижу, смерти нет. Дело в том, что даже, видите, карта смерть не вышла. Разговор о том, что он хочет до вас донести, что смерти нет. Мы видим воду, если представить жизнь в виде воды, мы видим воду, когда она налита в сосуд. Но если мы эту воду начнем нагревать, она начнет испаряться, мы перестанем ее видеть, потому что она превратится в пар. Но дело в том, что эта вода никуда не денется. Она паром, а потом через конденсат опять вернется, ну, пусть не в сосуд, а куда-то в другое место. И такова, таков круговорот души из воплощения в воплощение.
Может быть, человек, если у кого-то проиграл, что ушел из жизни, а разговор о том, что из-за нехватки денег слишком много уделял, тяжело ему было либо зарабатывать, либо слишком много концентрировался на деньгах, фокусировался на том, что их нет. То есть, если бы фокусировался на том, что их надо заработать, притянуть, а человек бы не вышел из воплощения. А именно, видите, по шестерке Пентаклей тяжело человеку, да, он камень такой, деньгами его придавило. Вот, ну, кого-то может проиграться, кстати, и наоборот, когда было много денег, ну, это крайний вариант, когда много денег было, и когда человек просто от скуки потерял себя, по сути, слишком много фокусировался на материальном. А по двойке жезлов этот человек медлил перед тем, как уйти. Да, тут очень-очень-очень может просматриваться суицид, если кто меня смотрит. А либо, еще раз говорю, человек притянул эти события на тонком плане. То, что с ним произошло, он мог погибнуть в аварии, допустим, или где-то в какой-то другой ситуации, но он где-то внутренне уже сам этого желал, потому что устал от жизни. А по семерке жезлов человек, да, не получал того, что хотел, ему постоянно приходилось конфликтовать. Ну вот она, смерть, карта вышла. И поэтому другого выхода, кроме как уйти из жизни, а человек не видел. Очень жаль, что это произошло. Очень жаль. У кого-то может проиграться ситуация, когда человек хотел заработать денег из-за крайних каких-то обстоятельств, и именно вот в гонке за прибылью лишился жизни. Такая ситуация может проиграться. Может проиграться ситуация о том, что человек притянул свою жизнь, события, которые, ситуацию, которая лишила его жизни, либо человек сам вышел из воплощения. В любом случае, этот человек передает о том, что он все это осознал, понял и просит вас не страдать так горько, потому что даже находясь в энергиях смерти, смерть — это все равно перерождение. Обращение идет к королеве Пентаклей, либо к любимой женщине, либо к матери. Разговор, у кого как проиграется. Может, у кого-то сестра проиграться. Мужчина молодой обращается. Как правило, по Пентаклям матери. Вот. И человек заявляет вам о том, что вы были ценны, что не хватило времени вам это сказать. Туз мечей, да, он поддался ежесекундному, ежеминутному какому-то порыву. И вот на энергиях сыграла та ситуация, то, что произошло. Я желаю вам осознать, что бы в нашей жизни ни происходило, нужно все принимать так, как оно есть, и не зацикливаться на прошлом. Нужно продолжать двигаться вперед, потому что, теряя что-то, мы другое что-то обретаем, если не будем зацикливаться на прошлом. Пожалуйста, поймите это.